которые они затребуют в предоставлении, то, что я не вижу, что эти документы сыграют какую-то роль, это да. Но просто его предоставить. Но то, что я не вижу какой-то необходимости документов, я лично... Машину или вагон документы, или сколько ты сейчас собираешь, сколько надо нужны, конкретно эффективно собирать, те, которые нужны будут. Это верно. Вы подали в суд. Сколько раз прокурор уже встречался с судьей, уже суд определен, там, где вы встречаетесь? Да, конечно. Есть судья, назначено уже, если назначено заседание, то судья есть, все есть. И тут другой вопрос стоит. Вот мы сидим вот здесь, вот все предприниматели, законопослушные люди, ждем решения суда. А вот эта вот вся катавасия, она из-за того, что противная сторона идет по беспределу. А как отвечать на беспредел? Нам или драться, или что делать? Мы пришли для этого. Поэтому мы обращаемся. Я еще раз повторяю, вы у меня были 3 недели назад. Я вам сказал, давайте до банка будем. Не приехали б судники, не стали ту машину поперекам двора, не перекрыли. Вы б сьогодні не прийшли. Вы приходите туди, когда вам плохо, а когда вам хорошо, мы рулим. Не то, что плохо, мы приходим потому, что мы не хотим драться. Я еще раз повторяю, я не знаю, сколько было. Я с вами встретился, я вас попросил, приведите адвоката, будем сверять все эти действия от адвоката, будем уточнять, кто он и я. Ну я не верю, что вы, ну что вы все вздыхаете, расскажите, что ну давайте я возьму биту, стану рядом с вами после этого. Наш адвокат, если вы скажете адвокат, что наш адвокат не будет.